Итак, дамы и господа, в конце ченнелинга, по словам Анастасии, мы нарисовали такую интересную картину, как устроена Вселенная. И вот что у нас получилось на этой фотографии. Сейчас попробую объяснить, что Анастасия видела. Анастасия увидела одного большого бога, который создал вообще все, значит, все-таки Бог существует. Причем он сидит в позе лотоса, в полном позе лотоса. Во лбу у него есть третий глаз, видно. И руки у него все время стояли вот в таком положении, да, как бы прикрывая свои два глаза вот этих основных. Как бы в треугольнике видно был третий глаз, вот так вот у него был. И вот в таком позе йога он находился постоянно. Это самый основной бог. Вот у него было два цвета, свечение в верхней части, желтоватое было. И в области живота у него было синее свечение. И от этого бога тянулись много-много различных энергетических веточек. И Анастасия увидела, что в каждой галактике, да, на каждой планете, да, за каждую планету есть свой бог, который отвечает. Но они более маленькие уже были, естественно. И у каждой, даже самой маленькой планеты, есть вот такой бог энергетический, который также сидит в такой позе. Он подсоединен с большим богом, самым главным, который все создал. И вот по этим энергетическим линиям проводится, осуществляется передача друг другу энергии, взаимосвязь между энергиями. И вот эти боги, они имеют взаимосвязь с их планетами, за которые они отвечают. Ну, это схематично все, конечно. Вот этот круг, этого круга на самом деле нету. Бесконечность. Вселенная не заканчивается. Идет бесконечно. Но то, что мы сегодня смогли увидеть, вот так это все будет выглядеть, довольно-таки интересно, потому что одно время я тоже считал, что есть какой-то создатель всего, потом какое-то время, пообщавшись с некоторыми людьми, я изменил свое мнение, а теперь вот подтвердилось опять же, что все-таки есть какой-то создатель всего огромный, но которого, конечно, мы, наверное, после смерти пока вряд ли, наверное, почувствуем, может, конечно, почувствуем, многие из нас увидят его, хотя бы почувствуют, осознают. Ну, может быть, в следующих ченнелингах более подробно изучим эти вопросы. Надеюсь, было интересно. Спасибо вам за внимание. Увидимся в новых видео. Всем пока.